Всем привет, дорогие друзья, с вами Олег, и сегодня я буду снимать GTA San Andreas. Да, но я ее прохождение-то не буду снимать, я просто поизучаю карту, поездил на вот этой вот замечательной машине. Водить я ужасно вожу, вот, вы уже видите. Эта машина называется Пуля, она очень быстрая, она неубиваемая, и она вообще красивая. Вот на ней я буду гонять, устраивать всякие РП-ситуации. Надеюсь, они получатся. Да. Каждая секунда, каждая авария. Да, я еду. Еду. Меня пока никто не подрезает. РП-ситуации не получаются. Ну, я больше хочу просто вам показать. Какая тут карта. Какие машины, какое все. Аварии. Мое неаккуратное вождение. А сейчас, в принципе, я вырулю аккуратно, да. Вот это вот была РП-ситуация. РП-ситуация номер один. Угу. Замечательно. О, там еще. РП-ситуация номер два. Там была пуля такая, штука белая. Но я ее уже просрал. Благодаря вот этому вот желтенькому. Кто меня подрезал. Полиция. Так. Вот она, эта пуля белая. Если вы не верите, что она называется пуля, то я вам сейчас покажу ее название. Здрасте. Как вас зовут, господин? Господин Нигер. До свидания. Смотрите. Вот это называется пуля. Пуля. Вот и все. Вот так вот она гоняет. Она ничем не отличается, кроме как цвета. И все. Что? Тут аэропорт? А, засмотрелся на карту. Ага, мы едем. Вот мое любимое шоссе. Здесь я могу поустраивать терпеть ситуации. Например, ой, меня занесло, ой, колеса лопнули, дождь, ой-ой-ой, ой, вынесло навстречу, ой-ой-ой. Все, ДТП, нет? Ну вот, у меня заглох двигатель. Например. Не, ничего не будет. Нет. Ну, РП-ситуации, типа, меня занесло. Я на быстрой скорости ехал, да. Угу, вон еще одна пуля белая. Ну, она соответствует своему названию, она летит как пуля. Вот, подрезали, РП-ситуация. А он еще поехал так. Замечательно. Угу. Спасибо. Там была фиолетовая пуля. Меня опять занесло. Что, я снова дерево? Окей. Это ситуация. Меня занесло, и я задом своим сломал дверь. Ой, какую дверь? Дерево. Ну, пока что по ситуации есть. А если хотел просто вам показать карту и машину. Опять пуля, туман, ничего не видно. Или это я так быстро разогнался? Так. Ага, ага. Замечательно. Угу. Еще на голову заберусь. Угу. Да. Ладно. Мостик. А-а-а. Все с вами понятно. Извините. Ага, значит, поедем вот сюда вот. Ну, я думаю, сейчас
Не знаю, еще где-то минуту, и я закончу, потому что... Ну, максимум, вот серия длится... Нет. Она, небось, еще 5 минут не длится, так что... Я хочу снять где-то 10-15 минут. 10. Для меня это максимум. А потом, когда я буду развиваться, я буду снимать ролики по 20 минут, по 25. Да. Буду устраивать стримы. Блин, занесло. Ну, в принципе, машина это ничего. Она перевернулась, и она даже не дымится. Она врезалась миллион раз, и она не дымится. Ну, мы опять гоним. Сейчас попробую опять РБ-ситуацию сделать. РБ-ситуацию. Вынес у нас ты. Это ты, господин? Угу. О, здрасте. Да. Мы видим. Ночь. Да. Точнее, наоборот, утро. Начинается, занесло. Так, мы видим мотоцикл. Сколько я уже сказал, мы видим. Да. Едем. Разгоняемся. Пальма. Все в размытом виде, не заметил. Так. Едем. Ну, я думаю, еще где-то минуту или две сниму и все. Ага. Ну, я думаю, здесь, в этой серии, ну, я показал карту чуть-чуть. Ни хрена себе. Опа. Что? А за что? За то, что ты меня печатался? Молодец. Умный. Поедем вот сюда, вот. Слишком большая скорость. Я боюсь, что меня занесет. Нет, скотина. Чуть не подрезал меня. Варит. Тупая милиция. Оу. Ты уже брата подрезал. Так, все, спасибо, спасибо, спасибо. Пропустите меня, пожалуйста. О, а там что-то прямо есть, да? Ну и что тут интересно? Вау! Полетел. Полетел. На фоне моря. И сейчас еще на колеса стану, да? Охрененно. Нет! Оу. Вас. Все с вами понятненько. Ну, я думаю, сейчас разгонюсь. Еще один раз врежусь куда-то и закончу. Разгоняемся очень быстро. Очень быстро. Кстати, как я взлетел, красиво было. Мне понравилось. Что? Красивенько. Опа. Оу. Это нормально? А, спасибо. Спасибо. О, а я сейчас машину-то выйду. Кто меня подрезал, а? Кто в меня врезался? Кто едет на огромной скорости? Кто меня... Что? А. Куда? Никуда ты не уедешь. Полицейский. Ну, в принципе, вы мне ничего не сделали. Сигнал. Я вам только колесо прокалю. Не, идите вы нафиг. Господи. Я думаю, что они меня сейчас собьют. Что? Понятненько. Сдохни. Сдох. Что? Ребят. Это нормально? Вот это вот нормально? Мне кажется, не очень. Что, две машины... Заспаунились в одной.
Охрененно. Ладно, на этом, я думаю, закончу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Олег. Всем удачи, всем пока.